Прям вообще, блин, он меня... Я на нем не катал уже 100 лет. Раньше на нем катали регулярно. У него со стабилизацией как-то, ну, говнина все. В люке меня, конечно, этот высек. Да, и люки здоровые. Очень здоровые люки, посмотри. Ле, они невероятных размеров. Они по всю башню занимают, верхнюю часть башни. Это как бы не очень хорошо. Глянь, сводка очень долгая. А, еще и орудие косое, понял. Ебать, тут сейчас раж будет, слышь? Глянь, их тут приехало полкоманды. Сейчас Аладдина пришьют и все. Удачный выстрел, брат! А ну-ка, кто катает вот сейчас на 54-ке? Кто-то катает, ребятки? Какое мнение? Я уже давно на ней не катал. Раньше это было имбой, понял? Ну, считалось. 54-ка была у любого статюги. Откатывали, они взвод там набирали этих 54-ок, катали 54-ками во взводе. Сейчас, мне кажется, это вообще... ляпа. Есть пробитие! Слышь, альфа 320, ё-моё. КД 5,5 секунд. Как бы... как бы, блин, шляпой не должно быть. Из-за уровня. А мне что-то вот, ну, не нравится сейчас она. Броня пробита. Цель танк. Прекратить огонь. Тут пятеро. Пробитие. Вафля не светилась. Мне кажется, она тут стоит, ребя. Очень кажется, что она тут стоит. Ну, на горочке. Прям от губабули не ходи. Бля, он там вылез. Пробитие! Бля, ты рашить решил? Красава, на картоне. Первый фраг. Тут ТСТ, да? Поехали, я помогу тебе. Сейчас расхерачим их. Доброго вечерочка, Дмитрий. Доброго вечерочка. Доброго, Игорь. Спасибо за пятихаточку. Рука пожата. Не пробили. 54-ка танкует 330 пробоя, да? Два раза в голову, прикинь. Ёбушки-воробушки. Вон, вафля тут, я жарю. По-любому, я жарю, она по-любому здесь будет. Блин, ну тут уже шотные, сори. Так держать. Или она переехала паскудно так, сейчас будет по нам лупить оттуда. О, вот он, ее надо, пацаны, ее надо убивать, кровь из носика, кровь из носика. На, держи! Кровь из носика надо забрать, ребя, ВБР, дай. Угу. Видел, куда полетел по воробьям снаряд? Поехали, я помогу. Давай,
казанков! Готов! Второй фраг! Этот не понимает, да, долбоеб, что вкатить надо? Глянь, он стоит. Есть три фрага. Ебать, ему понадобилось 40 минут времени, чтобы понять это. Враг уничтожен, ищите новую. На тяже стоит, понял, 900 хп и 40 минут думает, вкатить или нет. Да я просто смотрю, нам уже в спину заходят, пока думают, ты допетришь, что надо вкатить. Будет позавчера, понял. Ксор, это что? А, это СТшка. Девятая, да, 100 хп? А вон, он уже вообще там катается справа. Ля, ну сведение просто, лянь, 40 минут. Отлично, боец, яблочко! Сведение 40 минут, на это видел? Вертуха. Ой, ё! Ты видел? Прилипло. Вот так вот вертухи и залетают. Вот так вот вертухи и залетают. Ты видел? Просто в пикселя с вертухи, ё-моё. Дядя не понимает, что надо играть, что сейчас если сотрут всех, он долго не проживет. Тыку, тыку, тыку одну. Вот, хорош. Блядь, там Эмильен, лянь. С кучей хп. Попали в гусеницу. Эмильен, такси 4. Тыку дайте по нему. На ноге, ну, добить, добить. Ё-моё, ты шо, дядя, на. Не пробили. Он в него не попал. Эти сейчас сверху обойдут. Не смог отойти, понял, потому что Эмиль целит. Этот меня будет добивать, вижу уже. Машина противника уничтожена. Только не добить, только не добить, ну. Разряжай его. Он сейчас на меня упорится, мне пизда будет. А не, он хуйню, он, ебать, он не понимает, что меня надо было добивать. Пробили. Но это и хорошо. Бля, за малым чуть не попал этот, слышишь? Ну все, обходи его отсюда, обходи. Бля, помойка по КД глушит. У нее пушка 6 уровня. Пробитие! Вот это каточка, сука! Ору в голос просто. Та ну на, ля, прямое. За рельеф, прикинь. Ах ты свинота. Прямое за рельеф, прикинь. Это просто эпик. Он где-то недалеко был, очень, вот он. Потому что у него ж там дальнобойность у этой скорострельной пушки вообще ни о чем. Вот видишь, это хорошо все равно, что прокачивал арту, знаешь, сколько КД. Сейчас еще вертуху пизданет по мне. Захват цели. Восьмой. Вот это каточка, да, ребята? Слабо, слабо, лянь. Редлик, слышишь? Редлик. И семерка урона на 54-очке. Пойдет, пойдет. Ох, сука. Хорошо, хорошо. Пойдет. Так ты видел? Он за рельеф дал. Он за рельеф закинул на ходу, прикинь? Это просто эпик. Это просто эпик, ребята. За рельеф на ходу, на полном ходу в 54-ку, лянь, опыта 1700 дали. На мастера 1200 надо, понял? А тут 1700 опыта навалило. Ну, видишь, тут куча урона, куча фрагов. Урон с помощью есть? Да, 700 немножко с помощью есть. Урон заблокированной броней. Всего 850, прикинь? Получено попадание 8. Всего 850 урона.